Почему у меня Galaxy Note? Могу только им похвастаться. Почему? Потому что что вообще, что мне нужно было? С обычного телефона я не могла выйти нормально в интернет. То есть у меня загружали социальные сети, но не в таком открытом виде, как надо было. Galaxy Note дал мне такую возможность. То есть у меня прогружается Twitter, Facebook, ВКонтакт, тот же самый Instagram. Помимо этого, мне очень нравится, что Galaxy Note может заменить действительно компьютер. Почему? Потому что я могу отсюда и отправить почту, и принять. Я могу просмотреть любые файлы, хоть это будет презентация, хоть Excel, хоть Word, хоть что. Во-вторых, мне нравится сам дизайн. Он тоненький, он как бы маленький, ну, маленький, видимо, не для всех, но для меня он достаточно такой компактный. Он у меня, да, он у меня помещается даже как бы в карманах. У кого не помещается, ну, тому извиняйте. Вот, ну, что еще про него сказать? Он хороший помощник, батарейку держит очень долго. Я могу там, не знаю, я на нем могу поэмы писать. То есть он все возможности, все, что можно было бы на компьютере использовать, все в нем есть. То есть абсолютно все. Там, и те же самые игрушки, погода, календарь, да все что угодно. Мне очень нравится, что он синхронизирует со всеми социальными сетями мою телефонную книгу. Я знаю, когда у кого какие дни рождения, что и как. То есть это очень удобно, когда у тебя под рукой нет компьютера, а есть вот такое маленькое, миленькое создание. Также жду, можно сказать, Galaxy Note 2 для того, чтобы, наверное, скорее всего, в первую очередь сравнить, что будет там. Здесь, в этом Galaxy Note, я еще не опробовала очень много возможностей за эти 3 месяца. В следующем Note, ну, я думаю, это в стиле Samsung, это будет что-нибудь еще тоньше, еще прочнее, еще ярче дисплей, еще функциональнее, еще быстрее, ну, не знаю, куда еще быстрее, ну, так, очень быстрый. Ну, что хочу сказать, я его люблю. И буду с ним. Приобрету Galaxy Note 2 только для того, чтобы он у меня был. Мне абсолютно все нравится. Я не могу сказать, что мне что-то в нем не нравится. Мне удобно разговаривать по телефону. Мне удобно там принимать звонки, сообщения, отправлять. Мне все нравится. Я не могу сказать, что что-то в нем не нравится. Мне нравится даже стилус. Тем более я нарастила ногти, мне так удобно писать им смс-ки, вы просто не представляете, те же самые твиты. Учитывая то, что он может приспособиться в любой стране, в любом городе, полностью адаптироваться, ну, то есть время, там, дата, все. Я думаю, он... Главное, чтобы был интернет, главное, чтобы был Wi-Fi, и тогда это будет оперативное мобильное устройство, которое, ну, как бы маленький компьютер рядом, постоянно, всегда выручит, всегда, не знаю, поможет, что-то определит, любой беспроблемный выход в интернет абсолютно. Да и вообще производительность у него очень высокая, очень много программ на него, очень много. Samsung молодцы, и вообще все хорошо. У меня нету вообще претензий к этому телефону, никаких. Да, я его роняла, ту-ту-ту. Он не разбился. Я его 3 раза роняла. 3. Вот. Ну, по крайней мере, 3 раза. Я его 2 раза из них роняла уже в чехле, который защитил его. Но первый раз ничего, никаких повреждений. Абсолютно. Хотя он у меня долбанулся очень хорошо об плитку. Клево. Мне все в нем нравится.